мог забить в первом тайме, да, в первой атаке, затем свою команду спас. Ну и вот эпизод, который привел ко второму голу. Прекрасный, просто образцовый удар с дальней дистанции Виктора Родригеса. И мяч от штанги залетает в ворота. Снова Джонатан с большим молодцом. Он здесь сохранил мяч и в окружении трех соперников умудрился его покатить партнеру так, что тот из удобного положения.